Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 6 зависает либо завис, то в 60% случаев проблема в программном обеспечении, и вам необходимо его просто прошить. Но также, если у вас подвисает ваш дисплейный модуль, то тут проблема либо в самом дисплейном модуле, либо в контроллере тачскрина. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.